Долгие годы автомобильная дорога, берущая начало от границы Саратского района и проходящая вдоль прилегающих сел к Арцизу, кроме огорчения, не вызывала никаких эмоций ни у местных жителей, ни у автолюбителей. Ямы, ухабы, непролазные лужи после дождей. Эта дорога была просто необходима для жителей села, особенно потому, что рушились дома, а особенно для перевозчиков и для вообще для людей транспортные, ну, эти автобусы, которые тоже ехали очень медленно и возникали аварийные ситуации на дорогах. Даже съезжали по грунтовой дороге, ехали большие машины, там в грязи застревали, и потом надо было вытаскивать это. Ремонт здесь был необходим как воздух, ведь эта дорога не только соединяет села, но и связывает между собой районы Татарбунарский, Болградский и Тарутинский, выходя на Молдову. По ней передвигается огромное количество междугороднего транспорта, как пассажирского, так и грузового. Ремонт дороги уже начался. Вот, благодаря усилиям нашего губернатора, проекта «Народный бюджет» под эгидой нашего губернатора, дважды побывал в нашем городе Арцизе губернатор, ну, наверное, нашли средства для того, чтобы эту дорогу отремонтировали. На днях по поручению губернатора Эдуарда Матвейчука в рамках инициативы «Народный бюджет» уже начат ремонт участка дороги протяженностью 9 километров от границы Саратского района до города Арциза. На участке задействована вся необходимая техника. Ширина будет оставаться такая же, просто мы обочины раскрываем. Будут подсыпаться обочины, делаться как положено. И где сильно разрушен асфальт, меняться полностью покрытие, подсыпаться щебень, выравнивание и накрываться верхним слоем асфальт. И дорога в Арцизском районе лишь один из примеров той работы по ремонту дорог, которая проводится в Одесской области в рамках инициативы Эдуарда Матвейчука «Народный бюджет». Где-то латаются ямы, где-то укладывается новый асфальтобетон. Подобные работы можно наблюдать по всей области. Все это требует не только больших капиталовложений, но и постоянного контроля над качеством выполнения работ. И именно этому вопросу, состоянию транспортных узлов области, сегодня отводится, наверное, одно из первых мест в работе команды губернатора Одесской области. Народный же бюджет и те же дороги, которые, как вы сейчас видите, кто выйдет в Одессе, в Одесской области, массово начинают ремонтироваться. Опять-таки, люди обращаются, где находя возможность, исходя из тех денег, которые у нас есть, мы мобилизуем ресурсы и начинаем делать именно там, где капитальный ремонт, где просто ямочный ремонт.